Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гликолевого экстракта чабреца для упругости кожи 25 мл. Экстракт чабреца на гликолевой основе подходит для любой кожи. Косметологи советуют его использовать тем, кто желает улучшить упругость эпидермиса и устранить различные высыпания. Данный актив в своем составе содержит натуральные антибиотики, различные витамины и кислоты. Благодаря этому он может стать отличнейшей основой для многих средств. Данный экстракт нередко добавляют в лечебную косметику, которая помогает избавиться от язвочек, высыпаний, угрей и акне. Кроме того, он подходит для зубных паст, бальзамов для губ, кремов и даже мыла. Этот универсальный компонент не только очистит кожу, но и поможет сохранить ее молодость. Многие косметологи советуют использовать на основе данного актива средства для ванны, а также замороженные кубики льда для лица. При регулярном использовании косметики с таким экстрактом разгладятся морщинки, кожа станет более матовой, мягкой и чистой. Если у вас есть ранки или язвочки, то гликолевый экстракт чабреца ускорит их заживление. Также он поможет избавиться от перхоти. Стоит отметить тот факт, что этот актив весьма полезен для локонов, ведь он обеспечивает им защиту, благодаря чему они меньше секутся, выпадают и ломаются. Полезные свойства таковы: помогают вернуть коже матовость, упругость и мягкость, борется с проявлением преждевременного старения, снимает воспаление, лечит кожные патологии, повышает сопротивляемость эпидермиса перед неблагоприятным фактором, лечит воспалительные процессы в ротовой полости, ускоряет заживление. Применение данного экстракта таковы: зубные пасты, средства для полости рта, защитные и ухаживающие средства для волос, средства для кожи, очищающие, омолаживающие, лечебные, матирующие, очищающие средства. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем гликолевый экстракт чабреца нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!